почему я здесь оказался, потому что выиграли конкурс. Это было сложно, но я не верил в это, но мы выиграли, и я думаю, будет очень увлекательно и интересно. ДГТУ – это очень разнообразный университет, так что многое можно ожидать. Сегодня утром, когда мы знакомились, я хочу узнать, какой семьи, откуда они пришли, почему ДГТУ они поступают сегодня. Ну, может быть, на примере данных вот наших абитуриентов, которые сегодня с нами общаются, мы, может, сделаем какую-то поправку или задачи, которые я буду ставить на 2022-2023 учебный год по профориентационной работе с абитуриентами, мы ведем эти поправки.